«Учитель, что это за место? Здесь ашрам был, а ныне пустота?» «Да будет тебе, Рам, известно, здесь проклята любовь и простота. Великий Готэм свою жену Ахелью, узнав об Индре, что обманом ею завладел, проклятием ее в камень обратил. Своей жестокостью угнетен, он пожелал жене освобождения. С приходом Рамы, Вишну воплощения, Ахелья будет освобождена, прошу тебя, коснись ее ногой, исполни предначертанное свыше».